Всем привет! В этом видео расскажу, как приготовить шоколадную шарлотку с грушами в мультиварке. Нам понадобится 4 яйца, 1 стакан сахара. Взбиваем миксером до пышной светлой массы, пока сахар не растворится. Далее берем 200 грамм муки, просеиваем ее в яичную массу. Туда же к муке добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, немного молотой корицы, 2 столовые ложки какао и ванилин на кончике ножа. Вручную аккуратно перемешиваем тесто. Получившееся тесто выкладываем в смазанную растительным маслом чашу мультиварки и сверху выкладываем кусочки очищенной груши. Ставлю режим выпечка на 40 минут. После того, как мультиварка закончит работу, не спешите доставать пирог. Дайте ему еще постоять немного с закрытой крышкой, буквально 10 минут, а после можно извлекать. По желанию можно присыпать сахарной пудрой сверху. Пирог получается очень нежный, в меру сладкий и воздушный. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много вкусных рецептов. Пока-пока!